Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Новый модный сезон – это еще не повод скупать все самые модные новинки, которые вы потом будете вряд ли носить. Существуют вещи, которые действительно стоит приобретать, и они пригодятся вам круглый год. Летний гардероб не будет полноценным без стильной белой рубашки. В этом сезоне я рекомендую выбирать рубашку в стиле оверсайз или более удлиненную модель. Такую вещь многие модницы носят как самостоятельный предмет гардероба или как дополнительный элемент с платьем, с футболкой или майкой. Платье – это безупречный выбор каждой женщины, но выбор своей модели может заставить задуматься каждую женщину. Не забывайте учитывать нюансы вашей фигуры, дабы проводить каждый сезон уверенной в своей привлекательности. Вы спросите, почему именно брючный костюм? Потому что все модные стилисты скажут вам в один голос, что нестареющая классика никогда не выйдет из моды. Но мне кажется, что если еще и разделить пиджак и брюки, то может появиться намного больше стильных образов. Несмотря на модные новинки, некоторые вещи до сих пор остаются очень востребованными. Самое главное правило стильного образа – это всегда, в первую очередь, оставаться самой собой. И всегда выбирать то, что понравится именно вам. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!